Смотри, как я проверяю чистоту гранаты этой съемной катушки. Вот один съемной катушки на землю и на осциллограф. Второй лампа тут не подключена. Второй конец на... Ой. Второй конец осциллографа не подключен и все равно показывает резонанс 1,6 мегагерц. Вот тут убывает резонанс. Ну вот такая частота. Тут, вот тут самая максимальная амплитуда. 1,5/28. Так как осциллограф подключен, так может он еще там свою емкость как-то внес. Поэтому частота понизилась. Вот прибор просто лежит, но сам прибор, не влияет. И вот частота уже начинает падать. Не слабо упала, 1,653. Ну, вот тут амплитуда вот еще достаточно неплохая. И тут вот в таких пределах. Тоже гармоники полезли. Там всякая ерунда лезет. Там много всяких гармоник лезет. Если низкая частота. Вот. Повысь. Вот это вот самая большая амплитуда. Мегагерц. Нужно, конечно, для особо померить таким способом на генераторе частоту. На генераторе то же самое показывает. Если кто думает, что это может неправильно показывать, вот 126 на один по-другому немножко. Вот 129, вот когда я держу в руках, вот касаюсь. Вот там положу 128. Может, я немного подергал, как-то генератор сбился. Вот подкручу. Вот. Так, теперь руку вот тут буду ложить. Вот ложу. Никакого влияния. Положил вот руку. Убрал. Вот нет. А вот тут есть немного влияния.
Вот если на этот слой верхний буду накладывать. Вот. Нет руки. Теперь положу. Упал он оттуда немного. Поднял. Теперь подкручу. Вот, немного снизу частоту, и тогда амплитуда немного поднялась. Вот с рукой теперь руку убираю, немножко опускает. Немножко резонанс уходит. Лишь прибор показывает тут вот. Вот можете прогонять свои гранаты, свои эти шестифиляры, у меня вот пятифиляры. И какие у вас результаты показать? А вот с 20 ватт лампочкой что? Двадцать пять лампочек, уже этого резонанса найти невозможно. Вот тут на низкой частоте она ярче загорается. Где-то. И потом выше, выше идем. Тут она притухает. Вот, вот тут какой-то так, резонанс. Вот так. Понятно, какой-то не резонанс. И вот тут что-то на резонанс похоже. Тут где-то, вот я скажу, где-то 900 килогерц. Вот я по клеткам посчитал, посмотрим на приборе. Восемьсот восемьдесят два килогерца. Вот почти угадал. Теперь посмотрим, что дальше. Вот тут какие-то слабые резонансники. Тут очень слабый. Тут по всему широкому диапазону примерно все то самое. А тут уже начинает падать дальше. То есть вот тут где-то дальше сечение начинает падать. Вот. Один запятая 5 мегагерц.